бездны. Хотел его убедить, но он меня не слушал. Я вас оставлю. Да. Стеф. Я хочу войти в дело, Эндрю. Глубоко войти. Скажи, хоть удачно? Удачно. Итак... Что ты там говорила насчет глубоко войти? Где ты пропадал? Солнышко, я... Ты меня до смерти напугал! Начинай к этому привыкать. Я весь день звонила, а ты трубку не брал. Почему ты мокрый? Была небольшая проблема. Что еще за проблема? Такая проблема, когда... Нет, не в этот раз. Сосредоточусь на работе. Ты в этом уверен? Да. Да. По-моему, нам надо думать о том, кого мы сможем заслать внутрь. Я готова на это. Меня никто ни в чем не заподозрит. Стеф. Что? Можно тебя на секунду? Маневр Ривьеры? Так. Это когда ты жмешь на газ и давишь на тормоз одновременно. Не так легко, как кажется. Сильно надавишь, и двигатель заглохнет. Слабо, потеряешь скорость. А потом ты отпускаешь и... Маневр Ривьеры. В реальности это не работает. Еще как работает, ты не пробовал. Тебя там не было. Хватит. А ты больше не мутишь с девчонками на работе? Думаю, нам надо потанцевать. Да. Только сначала верни мне мой телефон.